Милый, ты станешь папой. Любимый, нас скоро будет еще на одного больше. Кажется, мы ждем третьего. У каждой семьи реакция на такую новость может быть разная. Но давайте же посмотрим, в чем отличие между первой беременностью и третьей. Когда вы ожидаете своего первого ребенка, это всегда так радостно и волнительно. Смотри, у нас будет ребенок. Но когда вы уже опытная семья, третий ребенок уже не такое долгожданное событие. Такие знакомые две полоски. Нет, только не это. Когда ты впервые беременна, любое касание кажется опасным. Эй, проснись, ты что? Вот, держи и не делай так больше. Но когда вы уже опытные родители, вы знаете, что делать в такой ситуации. Приготовились держать оборону. Ты мой герой. Когда это ваш первый ребенок, вы полны сил, энергии и энтузиазма. Готовы горы свернуть ради будущего вашей семьи. А вот троих детей обеспечивать уже совсем другая история. Соберись. Молодец. А теперь вперед на работу. Ты сможешь. Бедняжка. Совместный просмотр фильма при первой беременности может быть не менее приятным, чем раньше. Как весело проводить время вместе, зная, что скоро к нам присоединится наш малыш. Но когда у вас уже есть двое детей, ночь – это единственное время для фильма. Соответственно, и для сна тоже. Ожидание ребенка и подъем тяжестей – вещи абсолютно несовместимые. Яблоко? Нет, все еще тяжеловато. Зато когда у тебя уже есть опыт в этом деле, тяжелая сумка – легко. Коляска и ступеньки – вообще не проблема. Почти. Говорят, что беременные все забывают. Даже не знаю, не замечала. О, нет! Утюг испорчен! Что? Прием у доктора? Как же я могла забыть? Так, список дел на сегодня. Все готово. Теперь я точно ничего не забуду. Беременность всегда вызывает физический дискомфорт. Ай, как больно! Отек груди не дает выспаться уже в который раз. Но с опытом ты уже знаешь, как поступить в такой ситуации. Капуста всегда поможет убрать отек. Фух, теперь отлично. Впервые беременна? Тебе кажется, что беременность – это трудно? Не переживай, когда это уже третий раз, все легко. Эта тошнота меня изнуряет. Мятный чай?
и жвачка. И как рукой снимет. Хм, и правда, спасибо. Свое здоровье и здоровье своего ребенка – это все, о чем думает будущая мама. Здоровое питание. Витамины. Кажется, эта леди знает, что делает. Но когда рядом всегда двое старших детей, хорошо, если вообще успеваешь поесть. А ведь правду говорят, что во время беременности девушка становится невероятно красивой. Да-да, скажи это мне. Ну, могло быть хуже. Какое прекрасное утро! День обещает быть просто волшебным. Такс, что тут у нас? Пару пятен, что-то липкое. Вот так-то лучше. Чистое и хорошо. Любая будущая мама готовится к роддому ответственно. Так, проверим, все ли на месте. Последний пункт. Готово. У меня еще есть время. Это возьмем, это тоже подойдет. Отлично. Все успеваю. Инновационные способы подготовки к родам запишем. Йога для беременных попробуем. Совместная методология воспитания ребенка пригодится. А вот могли бы сами убрать и игрушки свои на место сложить. Оп! Браво! Когда вы молодая семья, романтика – неотъемлемая часть вашей жизни. Подарки, сюрпризы. Какой милый Мишка! День Святого Валентина – праздник для всех влюбленных. Наконец-то можно побыть вдвоем, устроить романтический ужин. Нет, спасибо, хватит с меня романтики. Четвертый – это уже перебор. Первый декретный отпуск – сплошное удовольствие. Столько интересных занятий. Мамы, у которой уже есть двое детей, интересных занятий не меньше.
ничего не забыла. Точно, зубы. Первый декретный отпуск – также хорошее время для творчества. Ведь у тебя полно свободного времени. Пока ждешь третьего ребенка, времени и сил на творчество может и не остаться. Зато появится суперспособность засыпать в непредсказуемых и не самых удобных местах. Так, спокойно, все хорошо, дыши. Когда это первые роды? Не хочу, не буду. Пойдемте, все будет хорошо. Когда это третьи роды? Ой, кажется, начинается. Так, нужно успеть приготовить завтрак. Еще пару минут. Так, ладно, сейчас вернусь. На чем я там остановилась? Хочешь увидеть больше веселых жизненных ситуаций и полезных советов? Подписывайся на наш канал, ставь лайк, не забудь нажать на колокольчик.